никак не пойму, это культурный лагерь или самопал. Ну, люди с хорошим вкусом устроились. Ручей, море черное, пляж золотой. Разные там водопады Фурсур или там в городе Мержи пускают только за деньги, по билету. Мы пришли еще на море время прокатали. Он не претендует быть ученым потом, но зато пушистый. Согласен, что ты не можешь жаловаться.